показателям еще теоретически может обогнать и мадридский «Атлетико». Тарковский, давайте смотреть большой футбол на Камп Ноу. Отличный перевод от Лео Месси. Перевод налево. Месси. Дембеле. И пас какой выдает Усман Дембеле. Лео Месси. Нет. Соперник, да, они действительно, они жмутся к воротам, и это может привести к голу. В итоге Гризман не смог переиграть Вильяра. Вильяр хорош. Мяч приходит к Барселоне. Это Бускетс, заброс на Месси. Месси! Нет. Редкий случай, когда не идеально. Передача не была сделана, и вместо этого атака опаснейшая от Барселоны. Это Месси. Дальний удар. Он выцеливал левый верхний угол. На мяча здесь Бускетс. Месси. И как здорово они обыгрались друг с другом. Удар по воротам. Ну, посмотрите, как здорово в подборе действуют игроки Барселоны. И вот Месси. Месси! 1-0! Гораздо более значительные. То есть досмотрим этот момент. И здесь мог быть второй, если бы... Гризман, и справа сразу есть продолжение. Мяч остается в центре, мяч остается у Лео Месси ненадолго. И тут же они включаются. Тут же контрпрессинг со стороны игроков Барсы. Человек, который с Ривером выигрывал чемпионат в Аргентине. 21 февраля в игре против Кадиса сыграл. И отличный заброс в сторону Жорди Альбы. Месси. И вот момент у Месси. Месси рвется к мячу. Мяч в штрафной площади. Никому не оказалось, кто мог бы замкнуть этот прострел. А где же был Брэтвейт в этот момент? Месси. Тринкао. Нет, не он подхватывает мяч. Это Илайш. И снова Месси. И Альба. Ох. Ох. Бил Жорди Альба. И заброс в сторону Лео Месси. Удар по воротам. Он получается не сильным. Вильяр забирает мяч в руки. С 5 минут Зумиралема Пьянича для того, чтобы помочь своей команде. Ну и не был там прямой. Но в какое-то время даже игроком стартового состава был Месси. И Брэтвейт не попадает в открытые ворота. Ничего себе! Вот это Буч. Месси. Пас на Альбу. И пас под себя на Лео Месси. Секунд играть остается. Месси. Месси. Удар по воротам рядом со штангой. Третий матч. Это победу Сельти. И вот она узаконена свистком Рикардо Бендуичи. Сельта набирает 53 очка.